Ну, в общем, вот такими темпами счищаем все. Кружок используем вот такой вот. Он щадит металл, но при этом стирает все, типа ржавчины, краски и прочих ненужных покрытий. Это у нас Нива 99-го года, если я не ошибаюсь, да, вот девятка. Машина вся в родной краске. Там чуть-чуть крылышко только подкрашивалось. В остальном вся в родной краске. Вид имеет. Вот так вот посмотрите, если да, смотрите, какая нарядная. По салону она тоже абсолютно очень нарядная. Вот. Ну, просто красота. Все везде натерто, начищено. Смотри. Потолочек. Все, карта, сиденье. Просто нарядно. Все нарядно. Хороший подход к машине. Уважаю я этот подход. Пробег у нас. Ой, сколько ты мне покажешь пробег-то? Где у тебя тут пробег? А, вот. 81 тысяча. Вот, смотрите, как тут все чисто, красиво, начищено. Ну, просто приятно, приятно посмотреть. Молодец, хозяин, браво. Просто браво. Вот, все. Все идеальное. Идеальное состояние. Везде все замовилено. Дверьки. Оп. Оп. Все идеально закрывается. Ну, беда. А именно. Тут какие-то варвары зачем-то покрасили все этим антигравием. Ну, то есть она должна быть низ черный, но не в антигравии. Антигравий надо закрашивать. Антигравий, следовательно, губка. Он впитывает. И произошли вот такие вот казусы. Мягко говоря, казусы. От которых нам сейчас надо избавиться. Так, тут казусов нету. В общем, вот здесь вот сечет из-под колеса напрямую. Вот такая вот фигня. Сейчас будем ее полностью устранять. Снял задний бампер, чтобы вот эти места прочистить, потому что мне мешают клыки. Целиком его не стал убирать, потому что тут проводка проведена, она неразъемная. Здесь еще только все предстоит. И вот так это выглядело, когда машина приехала. Вот. Хозяин сказал вот так вот сделать антигра этим самым. Ой, как он называется? Боди. Фу, боди. Какой нахер боди? Раптор, вот. Значит, здесь вот полосу, чтобы не отбивалось подарок. Вот здесь вот повторить этот контур. В общем, короче, с обоих сторон одинаково. И вот такая вот одинаково некрасивая. Я тут уже подкрылки снял. Ржавчина везде. Казалось бы. Сейчас покажу. Вот они наши материалы. Вот она наша накладная на сумму почти 3 рубля. Что мы купили? Пленку укрывочную, конечный вариант Раптор, набор. Грунт. РДР-12. Грунт и боксильник, скотч. Всего до нихера. Всего-то до нихера, как говорится. А, вот здесь надо будет как-то еще сюда зайти. Придумать. Вот, черный у нас будет боди. Какой боди нахер? Боди, блин. Насмотрелся на боди сегодня. Вот. Такая вот нюшка. Я там пока под днищем лазал. Откручивал этот бампер вместе с херовиной. Тут немножко, конечно, ржавая. Она, походу, стояла. Но обратите внимание. Все. Что? Всего у нас тут шикардос. Всего у нас тут этим самым пушсалом обделано. Обделано. Так, а тем временем идем к Волге. Волга в этим временем сохнет. Сегодня с утра открасил правую сторону. Вот она. Какая вот шагренечка получилась. Прям сказочка. Просто сказочка. Смотрите, какая она. Красивая такая получилась. Здесь когда-то была вмятина. Также такая вот она. Поближе посмотреть. И такая вот она. Дверька тоже. Прям нарядно. Все вот так вот красиво. Прям. Ну тут, конечно, пыль присутствует. Имеет место быть. А по этой стороне, по левой, оно уже все открашено. Оно уже тут даже все запылено. Вот оно. Тут не видно нифига. Ну, по цвету вот.
Здесь как бы красилось, здесь нет. По цвету отличий нету. Нету по цвету. Вот здесь вот все нормально. Здесь вот все нормально. Так, это что такое тут, мимо приклеившись? Вот. А, с той стороны же самое главное. Мимо. Самое главное здесь. А здесь у нас, помните, латочка была такая. Теперь латочка, латочки. Где латочка? Нет латочки. Так, здесь подкрылок открутил, подсунул туда, вот видно, да? Да, вот этот самый. Скотч с газетой. Все. По-простому, без понтов, покрасили. Погода у нас сегодня холодно. Видели когда-нибудь такой Грандис дизельный? Он реально дизельный, тарахтит, как дизель. В общем, продолжаем шкрябать. Сегодня мы будем проходить по низу раптором. Может быть, не сегодня. В общем, наша задача ее дать ей выстояться в воскресенье. Сегодня у нас пятница, завтра суббота. Вот завтра максимум это надо сделать, чтобы она в субботу спокойно выстоялась. Нива. В это время Волга сохнет. То бишь, только так работа идет. Не когда одна машина вас ждет, да, а другая делается. Когда вы одну машину сделали, постарайтесь. Ну, я, по крайней мере, лично стараюсь подгонять так, чтобы один автомобиль готовый стоял. Вот. Что, лобовушка тоже будет родная? Ну да, похоже. Чтобы один автомобиль стоял сох, а ты спокойно занимался вторым. Все равно к этому ничего не поделать. Ладно. В общем, Нива, Нива. Начинаем Ниву. Уже точнее начали.